утра. Кто по мороженку? Я бы с удовольствием. Ох, какие красивые. Выбор такой огромный мороженого. Ой, я бы все попробовала. Мое самое любимое манго. Ну нет, ребята, мы шопоголика. Мы в Дубае. Мол. Первый пошел, как говорится. Внукам скупляемся. Учительница такого же размера, как и ученики. Филиппинка. А зачем сюда учеников привезли? Ну, здесь, в принципе, есть и аквариум. А, для детей, правда, есть тут такое. Кинзадза, что ли, называется. А мы Марк Экспенсер. О, мы уже прозевали. Месяц тому назад здесь большие скидки были. Мы прогавились с Антошиком, когда здесь обедали. Скидочки же были. Почему мы в тот момент не подумали о подарках детям? А теперь уже поздно, что? Цены здесь космос. Да. Ну, если нам повезет, то мы чего-то и найдем. Вот здесь детский отдел. Па-па-па. Да? Берете 3, оплатите за 2. Вот и все. Да? Все, новые коллекции. Ну, уже зима. Нет, Антоша, это новая коллекция. Нет, ну... В моем любимом магазинчике теперь. Это же в этом магазине Mark Expensive. О, какой дорогой. Йогурт за 20 рублей, мамочки, а стоил 41. Ингредиенты настоящие. Настоящая ванила и кокос. Антошек мне помогает. 2 шопоголика. Мы здесь быстро. Только пал желтеньким. Был 49, теперь 24. Профитроли. Чай нам нужен. Вспомнила. Чай. А чай мы берем... Подождите, какой мы берем? Grey English Breakfast. Вот этот стронг мне нравится. Хотя лакшери тоже ничего. Возьмем вот этот, Антоша. Take luxury, а? Кино британское было. 22, стало 5. Which one? Суп, томатом бай. Take it. 14. О, Антошек любит супы. Томат с базиликом. Да? В Англии покупают себе такие супы. Так, что еще? А я борщ хочу. I want борщ, Антоша. Кто бы еще приготовил его? Нет. Рита, в банке борща нет? Нет. Здесь борщ не продают. Зато Антоша с супом. Консервы, масло. Хрустики по 13, были по 26. Майонез веганский по 4,50. Ой, наверное, такое ге. Так, больше... Скидок не вижу. Мед с сотами за 80. Вот здесь какие-то шоколады после ужина с ментолом. Что-то со скидками сегодня плохо все. Не вижу ничего интересного. Здесь каток ледовый. Странно, сеткой обтянули. Раньше эту сетку не помню, чтобы здесь была. Пол. Французский ресторан вместе с бейкери. Когда-то мне он очень нравился.
Это было, правда, давным-давно. Сейчас даже не могу посоветовать никому. Мне кажется, так испоганился. Нет. Мне показалось, господи, на секунду, что это настоящий. Боже мой, это Бурак. Шеф Бурак. По-моему, турок, да? Знаменитый. Его ресторан. А, да? Нам еще куда-то надо. А мы на самый низ спустились. На ground floor. Нам нужно найти супермаркет Waitress, но он нам не нужен. Нам нужен рядом с ним магазин. Дубай Молл всегда оживленный, всегда очень много людей здесь. С нашей батутой не сравнить. О, ребята, золото, бриллианты. К девахам своим берут. Арабские парфюмы. Бутылочки красивые, да? Здесь не знаю. А, чаи. How are you, madam? Fine, thank you. I have a... Спасибо, не надо. Кафешки, магазинчики. Как насмотришься на все такое, сразу так есть хочется. Хотя я не голодная абсолютно. Аж глазами все сожрала бы. Здесь даже есть грибной магазин трафалов. Вау. Сдали свои сумки в этом магазине. Дали нам талончик. И мы быстро. Нужно по-быстрому. Как можно быстрее. Потому что... Ой, зацепилась, если честно. Я уже устала от шопоголика делать. О, какое... Крывальцы интересные. Так, игрушки нам не надо, нам нужно что-то из одежды. Почему же меня привлекает все такое? Не то, что привлекает, а глаз сразу падает на это. Без восхищения, а просто в шоке немножко. Сумки. Вот интересное на повседневное, да, что-то. Но мне не надо, на подарок. Ну такого, чтобы еще не встретила, не нашла, кроме вот той зеленой. Антош, look how nice green one. Вот эта зеленая мне понравилась. Да, это мы уже взяли такое, потом покажу. А вот эта зеленая мне понравилась. Мне кажется, цена будет на эту зеленую. Ой, конечно, 719. Что-то я не туда. А, вот она. No, that combination, yes. I talk about this one. I like it. I talk about myself. Кожа. Конечно, еще рано до фонтанов поющих здесь. Хотя тоже французский, да. Пустой. Понятно. Он в два раза дороже, чем пол. Вы видели, в какой ажиотаж в поле, и здесь просто пусто. В общем, еще рано, но все равно выйдем, посмотрим. Красиво. Красиво на улице. Ой, жарко и влажно, но лучше здесь на улице, потому что мы замерзли. Холодина, холодина в этом торговом центре просто до кости промерзли. Я еще в таком тоненьком сарафанчике, блин. Вот он, красавец. Вот как надо фоткаться. Чуть ли не лежа на самом асфальте, чтобы сразу подцепить и себя, и Бурдж-Халифу. Потому что он очень высокий. Его очень трудно снять.
А с этой стороны сердечко. Огромное-огромное сердце. Нет, ребята, вы не ту подумали. Вы неправильно подумали. Это магазин очков. Здесь продаются очки. Замена батареек. Не будем мешать. Мы уже у Женечки. По-быстрому ставлю яйца варить. Ой, подождите, яйца, подождите. Чайник закипает. Хочу сразу кипятком залить. Ну, подождите, не кипите. А Антошику обед готовлю. Ну, Антошика вкрутую. Два яйца. Хлебушек с маслицем и помидорка. Он это обожает дело. У меня чаюк зеленый с какими-то, у Женечки нашла в шкафу, с какими-то пряностями, фруктами, в общем, ароматный какой-то чай. И тортик. Тортик с Марк Спенсера взяли. Вот он как выглядит в коробочке. Замороженный был, не знаю, мне кажется, уже разморозился. Угу. Два кусочка было, небольших. Но за такую цену вот какие кусочки. Сейчас думаю, попробую. Я, по-моему, ни разу еще не брала. Хотя у меня такие смутные сомнения, что я когда-то, может быть, когда-то очень давно брала что-то наподобие такое. Мне что-то не понравилось. Ну, не знаю, забыла. А может, даже и не брала, не знаю. Блин, все равно попробую. Так что у меня такой ланчик. Вон тошика яйца. Если бы не взяла... У меня бы просто чай был с яблоком. Вкусный. Очень даже вкусный. Антошик остался на время в квартире. Ему нужно там почту разобрать. Компьютере. Ой, как ветрено. Так что я пока одна спустилась. Пока одна. Сказал попозже присоединиться ко мне. Будем надеяться. Но я думаю, сегодня я ненадолго часик свой отплаваю. Кто салфетки или памперсы потерял? Я даже знаю, кто. Это детская комната. Здесь нянечки с детками играют. Надеюсь, на бассейне никого. Я буду одна. Смотрите, точно никого. Сейчас как наплаваюсь. Раньше, конечно, у меня времени побольше было. И раньше я плавала по 2-3-4 часа иногда. Когда особенно у Женечки здесь оставалась. Гужбанили мы вместе с ней. Балдели здесь, пока ее муженек был в командировке. А Антоша тоже, считай. Будем считать, что в командировке. Был, отсутствовал. Поэтому мы с ней, конечно, здесь отжигали, зажигали. А сейчас времени чуть поменьше стало, поэтому мне только хватает часик здесь побыть. И то, видите, как я не хочу смущать Женечку. Здесь еще один бассейн, его детским называют. И там джакузи тоже для деток. Вот, не хочу ее. Пока ее нет здесь, они будут отсутствовать еще пару дней, по-моему, у меня... До субботы, что ли, у меня точно времени есть. Время. Я так думаю, что это суббота. Где-то в начале октября они должны вернуться. Поэтому у меня еще время есть сюда походить и поплавать. А как
когда они уже сюда вернутся, не нахожусь сюда. Хотя она приглашает всегда, всегда рада. Ну, знаете, что такое гости, как говорится, гости гостями, но знаете свое место. Так что, думаю, наплаваюсь вдоволь, чтоб мне аж прямо аж затошнило от этого бассейна. Но пока не тошнит, ребята, все хочется и хочется. Люблю плавать, обожаю плавать. Обожаю воду, наверное, потому что, да, рыбный знак, водный знак. Я рыба по гороскопу, может быть, поэтому меня тянет. Воду. Вот, так что, ну что, наслаждаюсь, буду наслаждаться. Наши места козырные с Антошиком, мы в первой линии, как обычно. Тень, даже зонт не надо открывать, потому что тень падает от прекрасной огромной кроны. Ветер. Опять, наверное, песчаная буря, что ли.